Всем привет! Все как всегда. Добро пожаловать в мой день. Проведите его вместе со мной. Утро у меня началось со супермаркета. Это пакетик заморозки. Значит, прям на сушилку разложу. Сейчас белье стираю, вернее, собачье. Основа для пиццы очень мне нравилась всегда в детстве. Наверное, первое блюдо детей, что мы можем делать, да, в таком возрасте, это сделать пиццу на покупной основе. Мне прям, ну, она мне до сих пор нравится. Только ее оставлять нельзя, сразу есть, потому что коржи все-таки твердые. Кальмары. Очень мне нравятся вот эти кроссфиш. Они замороженные и с острым соусом. Вообще классно. Вот. Есть еще креветки такие же, но вот беру кальмары. Вообще у меня крабовые палочки еще должны быть. Мы сейчас посмотрим, может, в другом пакете. Молоко наше муромское. Вот. Оно хорошее и недорогое, поэтому... Что-то я тут придумала, конечно, на сушилку все это ложить. Я взяла 2 литра при молочных коктейлей, а так молоко-то я не пью. Небольшой майонез. Так, ну... Ладно. Крабовые палочки. Мясо натурального краба. Да вы что? Снежный краб. Но они были, они стоят так 350 рублей. Ну, была скидка что-то за 150, что ли. Ну, не знаю. Не верю я. Так, взяла вот такой сыр. Для пиццы моцарелла претто. Итальянский сыр. Для пиццы омлета горячих бутербродов. Почему я взяла такой? Потому что я не беру сыр в доставках и вообще в Магните, в Пятерочках мне мама привозит с работы сыр. Так, йогурты, растишка вот с такими шариками. Ну, люблю я растишку. Вкусные. Я плохо ем йогурты, мне нравятся определенные. Колбаска тоже для пиццы. Вот так вот разложу. Все остальное у меня для пиццы есть, в принципе. Так, следующий пакетик. Ватные палочки закончились. Чипсики Лейс. Не без моих вот этих слабостей. Еще одна с грибами. Бэйби Фокс шоколадки. Они похожи на киндер. Стоят 90 рублей вот такая упаковка. Компания КДВ. Вот эта вкусная шоколадка-то. Это такие же мини. То есть имитация киндера. Хотя я вчера тоже купила киндер, вы знаете, за 200 рублей вот эту елку купила. Не из-за того, что мне нужен этот подарок, да, из-за того, что это дешевле выходит, там чего только нет. Вот там и киндер Макси, и яйцо, и кантри, и буен. Чего только нет, за 200 рублей просмотрите у себя в Магните Пятерочку, потому что Новый год прошел, и все это будет по скидке. И вот эти я еще раз взяла, очень понравились. Тоже там 90 рублей. Это Шигетен, как шоколадки. Они в Германии производство. Очень вкусные. Капсулы для стирки Ариэль. Наконец-то мне принесли для цветного, потому что в прошлый раз заказывала цветные и привезли для белого. Но извинились, дали промокод. Попить я взяла, как всегда. Думаю, вы уже поняли, что это добрый. Кофе Якобс крема и гель для бритья взяла себе женский. Я раньше ходила на шугаринг, это все, но мне, я поняла, что у меня времени нет ходить. В принципе, у меня нормально все сейчас с ногами после шугаринга. Они стали мягкие. В принципе, использую гель вот такие. Они дорогущие, кстати, 500 рублей, но была скидка 330. На ВБ они... Тоже, по-моему, по 330 сейчас. С манго было, с авокадо решила попробовать. Ну, вот такие вот покупочки. Всего да ничего, но 2700 выходит. Но с промокодом 2200 я заплатила. Вот такие вот покупки. Спасибо, что смотрите. Пишите вообще в комментариях, интересно или нет. А то вы не пишете ничего. Ну, писали в группе, что нравится, но все равно.
Мне нравится такой контент. Я люблю смотреть такие вот домашние видео. Возможно, что-то вы себя тоже в городе найдете, потому что, в принципе, в сетевых магазинах цены, мне кажется, идентичны во всех, по всей России. Вот капсула 449 рублей. Сейчас на запасах уберу. Вот, все, в принципе, я затарила. Сейчас буду продолжать. В общем, я собираю посылочки. В общем, это среда, день рабочий. Но среда — это уже скоро, значит, пятница, а после пятницы у меня выходные. Настраиваю себя позитивно. У малышей убралась, малыши спят. Вот, Юсенька сидит, слушает, что я тут разговариваю. Сейчас буду развешивать пеленки и уже поеду на почту. Потом мы с Денисом поедем в магазин. И вообще я хочу приобрести себе табурет. Потому что у меня два стула. Наш стол здесь вообще не стоит. Мы как аристократы кушаем в комнате. У нас комната сейчас как студия. Потому что я хочу, чтобы щенкам было много места. И мне здесь стол мешает. У нас огромная кухня, но стол меня раздражает здесь. В общем, мне нравится кушать в комнате. Это продлится ровно до того момента, как у нас вот уедут щенки, и я стол верну обратно. Пока мне нравится так, в общем, делайте то, что вам нравится, и не обращайте внимания на других. Но здесь мне не хватает табуретки. И в дальнейшем придут гости, у нас тоже как бы нет табуретки, и приходится кому-то стоять, поэтому мы сейчас, наверное, поедем за табуретом, какой-нибудь серенький, красивый. Все, я все сказала, увидимся дальше в следующем кадре, у вас это быстрее все произойдет. Сейчас я фотографирую вещи, которые новинки, я их еще никак не отфоткаю. Такие вот худи. Маркус прям снимался у нас видео в нем с Денисом. Очень классно вышло. Внутри микровелюр. Такой здесь мишка. То, что он с оторванной головой, это такой логотип бренда. Многие это не понимают, конечно. Но тот, кто понимает, уже у каждого в заказе. Такой вот комбезик. Был он бежевым, сейчас золотом. Такая жилетка. Зеленый трендовый цвет. И платье я уже добавила в наш Маркус Шоп платье. Эти платья уже третий год с нами. Я их очень люблю. Очень красивые они. Но, тем не менее, у Юси еще нет такого платья, например. Надо обязательно ей оставить такое розовое. Вот. Даже у мамы подруга, да, я им подарила такое платье. А у нас нет. Надо оставить. Ты будешь платье носить? Шушера, ты откуда вылезла такая? Бетти. Беттичка, ей не очень смотрится платье, так как она пушистый шпиц. А вот Йоркам вообще самое то. Кстати, я Сбермегамаркет вам снимала распаковку в прошлом видео. Смотрите, там еще был диффузор Эйфель. Это премиум диффузоры, то есть они порядка 1000 рублей стоят здесь, 110 миллилитров. Есть официальные точки в многих торговых центрах в городах. У нас тоже есть. Вот у меня у мамы с манго, именно с африканским манго. Это с виноградом. Он не пахнет виноградом, он просто какой-то такой аромат типа парфюма. Короче, сейчас бегу фотографирую, потому что Денис уже едет, он уже в пути. Но я хочу сфотографировать, потому что мы сейчас уедем, будет уже темно, а мне надо отфоткать вещи и выложить. В общем, вы поняли мой ритм жизни. Я еще елку не разобрала, кстати. Но конфеты уже доедаю. Ну, у нас вот еще тут. Я большой любитель вот этих яиц. Чего не спрашивайте. Просто нравится, делайте, что нравится. Все, я приехала на почту. И сейчас мы поедем за стол. Посылки я оформляю дома, поэтому очередь я не стою. Боже, как грязно. Здрасте, посылки оставлю? Спасибо. Спасибо. Больше нет ничего. Все, побежала. Я тут корпоративный клиент, мне очереди ждать не нужно. Стол красивый. Стол красивый.
еще хочешь? Ну, сюда поставим. Вы там такой шпицули. Вот я постирала пеленки и также наши лежанки, подушечки, сова, собачка и подушка от лежанки Виолетта. Вот. Сейчас всех кормлю. Малыши тут у меня едят. У нас уже к вечеру ближе дело. А я иду кушать свои любимые медальоны. Очень голодные. Короче, приехали мы тут. Стол заказали. Ну, правда, месяц ждать. Но подождем, потому что я хотела определенный цвет. Все, пойду кушать. Приятного аппетита тем, кто ест. Привет, санкетки. Вот такую огромную посылку собрала для щенка в Ямало-Ненецкий автономный округ. На север, в общем, там щенок Мальтеза. В общем, полный набор, чтобы одним разом. Сейчас пойду отправлять. У меня сегодня выходной, но они настолько замерзли, что я решила им отправить даже сходить в свой выходной день. Вот, малышам оборудовала лежанку. Это лежанка Виолетта Кокон от фирмы Гамма. Он мне очень нравится. Он вырастил уже у меня шпица, ну, эти был щеночек. И вот Йорики, тому очень им нравится спать. Смотрите, как красиво. Им тепло, нигде не дует. Обожаю этот лежачок. Вот они у меня до него наконец доросли. Я его постирала чистеньким, тут поставила. Вот так вот у нас обстоят дела. Пеленка для прогулок у нас здесь висит. Сейчас у нас дневной сон. У пломбира встают ушки. У Прады встали ушки уже давно. Осталась у нас Пипа. Но Пипа первее всех начала уже перецветать. Нам еще полтора месяца. Вот Юсенька умывает пломбирчика. Щеночки передают всем привет. Вот как ушки у нас встают. Их уже скоро надо будет еще раз стричь. Я вам засниму этот момент. Вот. Видео сейчас день в день выходит. Вот. Например, это сегодня 19 января. То есть задержка будет максимально у нас в день-два. Хочется, чтобы вы их практически онлайн смотрели. Я еще обязательно эфир прямой проведу. Скажу об этом заранее. Вот мы корм, к сожалению, сегодня не хотим. Но я их на Фармину буду переводить, я уже им купила корм. И вот такой мы вчера пробовали для щенков, но, к сожалению, гранулки большие, поэтому я Лилечке отдам. Но так они чисто вот для разнообразия, им вроде как понравилось. Вот пломбирчик на мамку лезет. Он такой хороший на самом деле. Он очень ласковый, видите, это он ко мне лезет. На Юсю устал. Да, мой хороший. Девчонки умаялись, сегодня уже с утра бегали, как... Два попрыгунчика. Прада у нас вообще заводная. Сейчас ставлю, что она вообще вытворяет. Но я в Инстаграм, в Телеграм это все выкладываю. В другом немножко формате. Но все равно, я думаю, не очень глаза устанут смотреть другой формат. Поэтому посмотрите, просто какая Прадочка заводная. Она менюшка. Но она самая вот такая игривая. И у нее голос один в один, как у Чаки. Генетика передает даже... голос от родителей. То есть он, когда у нас кушать просит, он такой же звук издает. Ну, в общем, я всегда очень удивлена, как щенкам передается что-то от родителей. И мне это очень интересно. Наверное, ну, многие думают, что я что-то прям вот зарабатываю на собаках. Все, что идет от продажи щенков, оно уходит на моих собак. Не нужно думать, что я вот на этом деньги гребу. Мне конкретно интересно разведением. Я люблю ухаживать за щенками. Я люблю дарить людям щенков здоровых. То есть, чтобы у них все было хорошо. Я люблю курировать хозяев щенков. То есть, если какие-то вопросы, я всегда отвечу. Не бойтесь мне писать. У нас 16 щенков по всей России живет. И общее количество щенков у нас вот с этим пометом 19 йорков. Я рада всем. Не бойтесь мне писать, присылайте фотографии. Если смотрите это видео, мне будет очень приятно.
Если вы еще и видео пришлете в формате для Ютуба, я, конечно же, вставлю. Всех помню, всех до одного. Вот. Передаем всем большой привет. И всем спасибо, что посмотрели этот ролик. Будем снимать. Малыши подросли. Будем активно снимать и показывать, у кого кто какой характер, игрульки, покупки для щенков. Все вот в таком роде. Вот. Продулька там лежит. У продульки тоже вон белое пятнышко. Они у всех уже начинаются. Но у Пипки, если развернуть, прям вообще перецвет хороший. Они, скорее всего, будут вот такого окраса, как Юстина. Ну и у Чайки тоже такой же. Вот. А больше жизни малышей можете посмотреть в Телеграме, либо в Инстаграме, смотря кто где сидит.